14 февраля омские добровольцы присоединились ко всероссийской акции «Оранжевые валентинки. Мы вместе». Сегодня у нас замечательный день. Он не традиционный праздник, но в нашей стране давно прижился. И 14 февраля уже давно принято считать днем влюбленных, днем любви. Сегодня у нас есть замечательный повод сказать слова любви не только своим близким и своим родным людям, но также признаться в любви городу, в котором мы живем, стране, которую мы представляем, а также просто тем людям, которые, возможно, сегодня нуждаются в маленькой частичке нашего тепла. Сегодня основная задача волонтеров – это подготовить валентинки, написать в них добрые слова, и валентинки сегодня будут розданы как прохожим на улице, также ребята смогут забрать эти валентинки и подарить своим близким. Мы заполняем, чтобы люди радовались каждому дню своей жизни, чтобы понимали, что каждый день прожитый – это счастливый день, и чтобы улыбались и дарили всем людям улыбки. Чтобы понимали, что нужно продолжать жизнь, нужно продолжать развиваться, нужно обращать внимание на более приятные вещи, и тогда твоя жизнь изменится в лучшую сторону. В первую очередь очень хотелось бы пожелать любви и счастья, искренних огоньков в глазах и чтобы все было прекрасно. Любви. Радости. Улыбок. Очень рад, что вот можно идти по улице и встретить таких людей, которые могут просто ободрить тебя, порадовать, вручить валентинку. И желаю всем счастья и счастливого дня Валентина. Люди реагируют очень хорошо, приветливо, улыбаются. Мы раздавали валентинки как людям старшего возраста, так и студентам. А всем очень нравится, и все реагируют радостно. Когда даришь людям что-то, что сам сделал, тем более, и там с хорошими словами у нас все написано. И люди были очень удивлены, и им было радостно. Это очень прекрасная акция. Я сама очень люблю дарить людям радости. Это действительно прекрасно подходить к людям, дарить валентинки и смотреть, что им тоже это нравится.